Ребята, в начале ролика хочу порекомендовать вам канал, называется «Юлькины мечты». В общем, позитивный канал, смотрите, много чего показывают, там женщинам, я думаю, будет интересно, и заготовки там, и все такое. Тоже семья показывает часть своей жизни. В общем, много интересного. Ссылочки будут в описании, переходите по ссылочкам, смотрите, ну, не забудьте написать, что зашли от меня. Дальше она расскажет о себе сама. Ребятушки, всем привет! Меня зовут Юля. Я родом из Краснодарского края, то есть кубанская казачка. 20 лет назад я вышла замуж за мусульманина. И мы сейчас проживаем в Карачаево-Черкесской республике в мусульманском ауле. И я вам буду рассказывать о своей жизни, как мне русской проживается среди мусульман. У нас прекрасных трое детей, мы строим огромнейший дом, то есть это дом нашей мечты. Все этапы стройки я буду показывать на своем канале. Также, как я воспитываю детей, в каких условиях мы сейчас живем. В общем, жду всех в гости, думаю, вам будет со мной интересно. Канал «Юлькины мечты». Друзья, я вас приветствую на канале «Новая жизнь». Мне сегодня пришла посылка. Давайте посмотрим, что там. Я выписывал эти вещи для конкурса. Условия конкурса, ребят, я расскажу в следующем видео. А сейчас давайте просто посмотрим посылку, что там, что я выписал. Расскажу условия конкурса, расскажу места. 4 места будет. 4. Будем разыгрывать призы. Я уже говорил на стриме, ну, говорил кому-то, да, и где-то я не один раз это говорил. Так, сейчас я так достану все это. Так, ну давайте начнем. Это халат. Это тот халат, который многие женщины видели в прошлый раз и очень кричали. Халат всем понравился. Вот такой вот халатик, смотрите, рукава такие, зайчики, с хвостиком, все по-честному. Капюшон розовенький такой, очень-очень приятный на ощупь вообще. Вот, ну халат небольшой, блин, 46 размер, да, 46 размер. Ну, будем надеяться, что выиграет кто-нибудь не особо крупный. Так, ну вот такой халат, значит. Дальше, ребята, покрывало. Плюш, велюр. Это я себе выписал. Вот
пальцы на это, на кресло. Комплект. Да, два штуки их. Еще одно тоже такое. Это тоже точно такое же. Изнутри. Тоже очень приятное на ощупь вообще. Постельное белье вот такое. Сто процентов хлопок. Такие наволочки. Здесь их две. Двухспалка. Такая простынь красивая. Ну, тоже такая же, как наволочки. И такой же пододеяльник. Ну, одинаковый, что внутри, что снаружи. Так. Вот два предмета на розыгрыш. Полотенце. То тоже разыгрывать буду. Это будет третье место. Вот еще одна полуторка постельная. Значит, вот эта двушка, это одно место будет, первое, по-моему, место, потом второе место халат будет, третье место вот эта полторашка и четвертое место полотенце. Давайте посмотрим вот эту полторашку. Ну, красиво, конечно. Она на замочках. Такие вот наволочки. С одной стороны темновато. Надпись тут. Я не знаю, что там написано. Но с другой стороны такая темная. Видите? А с этой светлая.
Вот такое вот красивая простынь такая. Она темная. И пододеяльник. С одной стороны тоже темный. Вот так, с другой светлый. Вот так. С одной стороны вообще темный полностью. А с другой стороны, вот, видите, где-то светлый, наполовину, наполовину темный. Тоже хлопок. По-моему, если я не ошибаюсь. Вот это тоже пойдет на розыгрыш. Так, еще у меня тут футболки, если я выписывал. Три футболочки. Давайте посмотрим. Вот такая вот футболка. С надписями тут разными всякими. Сейчас я их покажу, потом одену, покажу вам, как они выглядят. Вот такая футболка. Красивая, смотрите. Сзади. Такая, как грязная, мятая, как будто. Прикольно. Так, еще одна. Вон такая же. Ну да, и это точно такая же. Ну да, чуть-чуть посветлее, ну, побольше видно вот это все. Футболка мужская, Арчи, синий джинс. О, синий джинс. А это синий джинс. Ну, это не такая вот. Не такая же. Да, такая же. О, вот такие, короче, футболочки. Сейчас я одену и покажу вам. Сделаем это вот так. Быстренько. Вот такие футболочки. Красивые, прикольные. Да? Пойдет, ребят? По-любому пойдет. Ну и вот эту сейчас примерим тут же быстренько. Вот такая вот. Все по размеру, все четенько. Все красиво. В общем, вот так, ребят. Вот такой момент. Такие вот вещи Василек прислал. Я не говорю, что на розыгрыш я не просил, как бы я так уже сам инициативу проявил. Так что будем разыгрывать два постельных, халат и полотенце, ребят. Все, все условия конкурса, все, что нужно там сделать, я все скажу обязательно в следующем видео. А пока, ну, не забывайте подписываться на канал, поставить лайкос обязательно. Переходите по ссылочке. Ивановский Василек нас одевает. Так что заходите, покупайте. Вещей очень много. Сейчас там, ну, пообновилось много чего. Я смотрю, много и футболок там, и много чего интересного стало. Так что, ребят, все. Всем пока.